Врачи снова в поле зрения следкома. В Владимире возбуждено уголовное дело по факту смерти 13-летней школьницы. По данным следствия, в феврале девочке стало плохо. Ее госпитализировали в неврологическое отделение ОДКБ. Там подростка обследовали и выписали домой под амбулаторное наблюдение врачей. Но 11 марта в ванной девочка снова потеряла сознание и упала в воду. Даже находившиеся дома мама и бабушка не успели вовремя этого понять. В результате подросток скончался. Судебно-медицинская экспертиза показала, что кроме выявленных в больнице, у девочки были и другие проблемы со здоровьем, которые могли привести к таким последствиям. Более глубокий процесс диагностирования, какое-то вмешательство дополнительное, в том числе, возможно, операционное, помогло бы спасти жизнь ребенка. Сейчас следователю предстоит дать детальную оценку действиям или бездействию медицинских сотрудников на всех этапах оказания ребенку медицинской помощи.